Шесть юных жителей Ленинского городского округа получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. На этот раз напутственные слова ребятам произнесла заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Я от всего сердца желаю вам и родителям, и детям успехов. Чтобы все задуманное, чтобы все ваши планы, ваши мечты свершались. Ребята, самый главный помощник – это, конечно, труд, честь и совесть. Вместе с главным документом молодые люди получают новые возможности. Но они не должны забывать и об ответственности, которую теперь несут за свои поступки. Впереди у ребят окончание школы, выбор профессии, поступление в высшие учебные заведения. Взрослая жизнь. Уже сейчас они задумываются о своем будущем. Интересует меня компьютеры, программы создавать. Хочу стать учителем информатики. Поддержать Александра пришла вся семья. Для них это действительно важный день. Получение паспорта – это событие, так же, как в скором будущем незаметно подойдет первое голосование уже, потому что он стал гражданином уже как бы официально. Вот. Ну, какая-то гордость испытываю, естественно. Родители юношей и девушек отмечали, что когда первые паспорта получали они, таких церемоний не было, и все проходило гораздо скромнее. Мою дочь зовут Таисия. Сегодня поздравили ее с получением паспорта. Поздравление было просто шикарное. Нам очень все понравилось. Спасибо огромное тем, кто организовал такой прекрасный праздник. Согласно законодательству, первая замена паспорта произойдет по достижению 20-летнего возраста. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.